Всем привет! Это канал «Деревенские будни» с Александром. Как вы видите, нам установили уже нашу новую дверь. Буквально 2 дня назад ребята приезжали, была оттепель, ее поставили. Она у нас вот в таком сером цвете, изнутри белая. Все сейчас, все хорошо работает. По сравнению со старой дверью, это, конечно, намного лучше. Уже не сквозит и в помещении намного теплее и комфортнее. Сегодня у меня по планам заняться строительством курятника для кур, так как этот курятник и этот загон, который у нас существует, я его разберу. Куры будут находиться немножко дальше, это на пересечении, где у нас сосновое насаждение и яблони растут. Это все туда перемещу. Само строительство курятника я в будущем сделаю отдельный видеоролик, где покажу полностью от начала и до конца, расскажу, какие материалы применял, какой инструмент понадобился и сколько денег стоит весь этот курятник. Потому как сейчас закупаю материалы, что-то уже по цене знаю, что-то купил, но еще не все. Вот. А сейчас пойдем, занесу весь инструмент, материалы и начнем сборку нашего курятника. Сегодня сделать. Размеры курятника будут 2,50 на 1,25 м, высота будет 1,80 м, односкатная крыша, ну, заканчивается будет где-то 1,60 м. Курятник будет утеплен со всех сторон, это и пол, и стены, потолок. Здесь я планирую разместить где-то от 10 до 15 кур. Располагаться он будет примерно в этом месте, вот немножко смещу, может, левее. Сделаю после монтажа всего курятника, сделаю еще загон. Я думаю, курам будет здесь вполне уютно. Здесь деревья, и от птиц, от коршуна это их как-то защитит. И вообще здесь тише, ветра нету, практически не продувает. Должно быть удобно. Вот, а сейчас пойду приготовлю что-нибудь покушать, потом покормим наших животных. У нас окролилась еще одна из самок Калифорнии. Покажу и посмотрим крольчат, которые уже подрастают. Это и бургундцы, и крольчата от Калифорнии. У нас уже время к обеду, и сегодня я приготовлю перловку с мясом и грибами в горшочке. Для этого мне понадобится мясо, грибы, лук, морковь, перловка и специи. Это будет
перец и специи для курицы и соль. Для начала сейчас обжарю грибы, лук, морковь, затем мясо. Потом это все помещу в горшочек и отправим в нашу духовку. На разогретую сковороду добавляем масло подсолнечное и отправляем туда наши грибочки. Аромат пошел. Периодически помешиваем. Дальше добавляем лук и морковь. Немного посолим. Потом мясо тоже посолю. И мясо уже добавлю специи. Увеличил газ, чтобы лук, морковь и грибы именно обжарить, а не потушить. Тут у нас все обжарилось. Сейчас это убираем и добавляем мясо, прожарим. Добавляем соль. Специи добавлю в конце, когда мясо обжарится, чтобы не выжаривать вот этот весь аромат и специи. Мясо я обжариваю на большом огне для получения золотистой корочки и чтобы осталась влага. Все остальное приготовится уже в духовке. Добавляю специи. Перец добавлю уже в сам горшочек. Все еще немножко обжарим и все перекладываем. Перекладываем мясо в горшочек. Туда же добавляем перловку. Добавляем наши грибы и лук, морковь. Немного перца. Заливаю это все минеральной водичкой. И отправляем в духовку. Где-то на минут 40. Крыльчата, которых родила вот эта самка. Это самая старшая самка, которая у меня есть. Вот. Так как у меня не было самца Калифорнии, ну, он был в аренде, то я покрыл ее немецким пестрым великаном. Ну, что-то вот такое странное получилось. Такие, наверное, голубенькие. Она их накормила, вот они пузатенькие. Один в пятнышку немножко и три таких темненьких. Пускай сидят. Где-то 5 суток назад окрылилась эта самка. Там я все укрыл. Показывать пока не буду. Она очень агрессивная, поэтому, чтобы не нервничала. У нее где-то в районе 7-8 крыльчат.
А тут уже у нас наши подростки от Калифорнии. Здесь чистокровные. Вот один залез, кушает. Малыш, выходи. Сейчас их всех покормлю. Этим уже где-то 25 суток. Пять штучек у нее. Вот. А ниже находятся малыши бургундской самки. Еще маленькие. Вот. Тоже уже понемногу выходят из гнезда, но еще, наверное, не едят, не видел. Должно быть где-то 11 штук их тут. Вот один полез. На днях должна окрылиться еще одна самка Калифорнии. Она в другом сарае сидит. Видите, проваливаются. Я им сейчас тут добавлю соломы немножко. Чтобы не падали. Наша барашка прохолостила, она уже покрыта, и где-то через 25 дней должна кролиться. А я думал, она такая пузатая, скоро родит, она просто пузатая от того, что толстая, наелась. Сейчас покормлю. Я как-то последнее время кормлю с расчетом на 2 дня, хоть и приезжаю регулярно сюда, но тогда больше свободного времени заниматься либо ремонтом, либо еще чем-нибудь. А работы здесь пока хватает. Вот эту самку, скорее всего, что оставлю себе. Рыжику покушать. Эта самочка тоже покрыта. Ну, где-то недели через 2 ей кролиться. У нее там еще есть. И на днях у нас должна окролиться вот эта самка Калифорнии. Покрыта она тоже калифорнийцем. У меня вот только за отсутствие самца пришлось тех 2 калифорниек покрыть. Ну, с этим строкачом покрывал. Так все остальные породистые. Сейчас как похолодало, утки практически не выходят, они все время сидят в курятнике. Куры то как-то
получше переносят такие заморозки. Но они не сильно большие, у нас сейчас минус 12, примерно минус 10. Пару дней назад было минус 20, где-то дня, неделю назад было минус 20. И то там один или два дня. И вот курей много, а снесли они одно яйцо за два дня. Я думаю, о, убегают. Где обратно? Я думаю, когда сделаю курятник, и он будет теплый и со светом, то будет лучше. Ну вот и подошел к завершению мой сегодняшний день. Кому было интересно, ставьте лайки, пишите комментарии. Если кто хочет, подписывайтесь на канал. У нас в планах еще много всего интересного, что предстоит сделать. На сегодня у меня все. Всем мира, всем добра, всем пока. Мое блюдо готово, останется все это перемешать и можно кушать. Я думаю, я даже уверен, что будет вкусно, а когда вкусно, тогда вкусно.